Йо-хо-хо! Здорово всем! Продолжаем! Какой продолжаем? Короче, вышло тут на днях обновление. Вышло тут обновление, короче, на днях. Панишмер, как его? Как они работают, да? Короче, смотрите, что добавили. И, короче, расширили карту, короче. Вот, смотрите. Короче, вот эти квесты, которые были, они, короче, нахер, короче. Вот, теперь они вражеские. Так, вражеские. Тут эти. Помните, здесь три квеста было? Их теперь нету. Их все. Их убрали. Добавили вот эти. Вот они. Их перебрали только в другую сторону. Возможно, это они. Но были здесь. Короче, судя еще по обновлению, здесь вот, когда, наверное, вот это проходишь, здесь еще расширяется, ну, квест, соответственно. Их пока, наверное, нету, потому что, ну, по картинке в обновлении они есть, как бы, а тут пока нету. Может, их проходить надо, я пока не знаю. И в следующем обновлении будет вот эта арена, короче, выживание они добавят. Ну, давайте потом посмотрим, что за выживание они там хотят добавить. Короче, что еще добавили? Сейчас я точно скажу, что они еще добавили. Так. Добавили, ничего еще добавили. Сейчас я точно с официального сайта скажу, что они еще добавили. Они пофиксили багов до хера. А, они добавили вот эту вот штучку. Сейчас покажу. Вот эту. Вот эту хрень добавили. Это было еще с того года. Короче, берешь там броньку, допустим, и сюда. И крафтишь там. Тут еще, ну, за кристаллы, соответственно. Вот. Потом добавили пацанов. Помните, были еще с декабря месяца с нами Шарай, два пацана. Вот их теперь добавили. Ну, кстати, их вернули обратно. Ну, как я про карту сказал, оптимизацию систем строительства. О, самое важное. Вот. Видите, как сделали. Типа входим, типа как на визе, блядь. Нажимаем кнопку N, да? N и вот с такой кроватку. Мне кажется, было раньше проще, да? Мне почему-то кажется. Намного лучше. Я не знаю, зачем они так по-другому сделали. А, и еще такая хрень. Я покажу. Это баг. Им надо исправлять в следующем патче. Я темпуюсь, потому что я хочу показать ее отдельно. Короче, заходим в зону свободного базирования. Допустим, мы выбираем позочку, да? Позочку выбираем, допустим, любую, допустим, вот эту, да? Вот эту выбрали. Мне надо повернуть ее. О, видали? Мега гиперскорость. О. Это не должно быть. О, видите? О. Я даже не знаю, где она. Оп. Я за текстурами. Это все. Это гэ, блядь, это нельзя так напрямую. Вы когда патч-то делаете, разработчики, вы хотя бы тестируете, да, чтобы такого не было. Такое так нельзя. Ну, теперь люди обошлись без фоторежима теперь будут. Косяк. Я думаю, вы справитесь. Исправите ее. Я вас верю. Вы не портите эту игру. Она хорошая игра. Ну, давайте проверим Venom 6 уровень, короче. Похеру. Погнали. Подождите. Настройки. Это на карте у нас. А, мне страшно. Мне очень страшно. Но они будут умирать очень быстро, потому что уровень 6. У меня нету. Думаю, фанки. Да, инвентарь. Да. На помойку вот. Уходи. Может, я где-то накосячил? Да, и. А, смотри, они. Смотри, что они еще сделали. Раньше можно было. Да, раньше можно было. Можно. И
Видишь, нет. Хера так делать. Раньше можно фоткаться было. Сейчас и это убрали. Лишили фоторежима даже здесь. Ну зачем вы это сделали? Ну вот зачем? Кто вас просил? Вы опять дебилов слушаете из... Нахуй никому не нужны, блядь, дебил, дурачков, блядь. Вы меня слушаете, я хуйни не советую, блядь. Не надо слушать дебилов, блядь. Это звонок. Ну, блядь, и раньше можно, я вот так зашел. А, о, смотри. Извиняюсь. Мне надо свободного... Вот это, блядь, вот это, блядь, вот это пиздец. Ну все, я запорол карту, блядь, все, что я, блядь. Нахер я это сделал, блядь. Давай заново. Что заново? Как я заново сделал? Как я тебе заново сделал? А, понял, спасибо. Еще выше. Хорошая текстурка, хороший баг, хорошая, не знаю, как это еще придумать. Ничего не может падать. Давай чуть-чуть. Ну тут вот баги, они вот нахер никому не сдались. Я пришел сюда играть, а не поговориться. Я почти пришел. Подождите. Это было измерение, блядь. Это было телепорт, блядь. Это был телепорт. Ай, ай, ай. Блядь, пофоткаться, блин, господи. Я так хотел пофоткаться, блин. Теперь мне запретили фоткаться. Ну, не накосячили, как всегда. Смотрит ни хрена. Не было раньше. Я играл когда? Позавчера я под патч. Думаю, нормально. Зачем, блин, зачем трогать его? Дамы, пойдемте со мной, пройдемте. А, ну да, вот тут фоткались, я так вот. Тут мы просто добавили, что за эти, таких хреново. Жалко, что они только 6-го уровня. Да, под уровень бьет. Пускай она сама убивает, она даже убивается. Ей за это опыт дают. Нет, не надо фаниться. Я и так 20 уровня. Ура!
денег, блядь. Пускай они, они должны фаниться у нас. I cannot carry anymore. 20 уровня, он просто яичный. Хотя хард уже сердце стоит. Все то же самое. Все то же самое. Торгаш у меня в другом районе есть, что держу в курсе. Да я зря быканул. Часть вторая еще будет. Идем дальше. В общем, сейчас будет вторая часть.